Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Джонни Паппет, а мы продолжаем с вами играть в игру Need for Speed Most Wanted 2005 год. Катаюсь на тачке Супра, прошел карьеру где-то на 23%, рейтинг у меня 701, наличка всего лишь 16 тысяч. В предыдущей серии мы прошли с вами босса под 11 номером, то есть соперника из черного списка Биглу. В этой серии мы, конечно же, будем проходить Барона. Барона. Я немного поездил, покатался, пари уже все прошел, которые нужно было 4 пройти. И побед обычного заезда я сделал 3, а вернее 5 пари. Да, просто нужно 4. Так, всего побед надо нам сделать 5, у меня их 3. В общем, как-то так, погнали. Тачка опять же у меня тоже самое, по 3 супра, немного модифицировал по максимуму, как можно было. Денег у меня мало, но, тем не менее, пора гнать. И давайте, знаете, что, наверное, возьмем? Возьмем трассу, где вообще минимум погони, потому что погоня, она немного усложняет задачу, конечно, и дает хардкорности. А вот, как-то так. У нас режим секундомер. То есть, мы проезжаем чекпоинты. Ой, что, я переключился на пятую зачем-то. Проезжаем чекпоинты с наибольшим количеством времени. Правильно? С наивысшим. Вау! Как-то так. Проходить на супре буду ли я вообще всю игру? Я не знаю, ребят. Посмотрим. Ну, конечно, хотелось бы подержать японский автопром. Вау! Вот это да! Дополнительное время. 14 секунд. Посмотрим, если мне тачка какая-нибудь более понравится, какая-нибудь, не знаю, посмотрим, что там дальше будет. О, плюс 16, что-то как-то изи-сквизи прям. Апгрейдил, поставил, что я там, двигатель поставил, да, второго уровня. Трансмиссию вроде. И хочу сказать, очень заметно стало, машина стала резвее реагировать на нажатие, тем самым немного... Непривычно после предыдущего управления. Но не стоит печалиться, да? Газ пол. 45 пройдено, 4 точки пройдено. Время тикает. Нам надо нагибать, тащить и ехать. Опа! Кстати, ребят, я хотел вам сказать, у меня такая в планах идея возникла, не знаю. Вот после, допустим, после Need for Speed 2005 года, я планирую, ну, возможно, планирую, если вы меня, конечно, поддержите своими комментариями под этим видео, планирую поиграть в Need for Speed Carbon, которая вышла 2006 года. И так вот до конца 2020 года, хед. Ну, конечно, я не знаю, пройду ли я остальные игры, успею ли я вообще пройти, потому что Need for Speed Carbon, потом, по-моему, Hot Pursuit 2... Потом Most Wanted еще вышла. Могу не ошибаться, по-моему, Hot Pursuit просто была. Второй части не было. А вот. Потом обычно Most Wanted это вышла 2015 или 2012 год, не помню. К сожалению, она не взошла. Она не понравилась игрокам. И что-то ее шибко сильно не... Что-то я заболтался. Столбы эти. Шибко сильно ее никто не хвалил. Но, в принципе, поиграть, как вариант, я бы поиграл. Начиная, говорю, вот с этой версии до 2020 года. То есть, до хэд. Так что пишите ваши комментарии, что вы думаете по этому поводу. Оу! Грузон! Ты что, грузон? Блин. Я заметил, как тычка, так ее начинает сразу нести. Нести непонятно в какую щель. Отлично, мы прошли. Еще у нас остается одна трасса. Сразу в гараж, без разговоров, как обычно. Остается одна трасса. И потом еще, как я понимаю, два заезда, да? Да, одна трасса. И что мы выберем? Это у нас спринт, кольцо, серпантин больницы, угол, секундомер. Можно секундомер еще раз прокатиться в одного. Ну, мне кажется, просто это самый легкий способ. Или выбывание. Давайте выбывание ради интереса. Хоть там и нет полицейских, но все равно немного будет тоже
поинтереснее с челиками. Что это Lexus. Слева, что это у нас? Ауди. Ты чё такие психи? Вы чё такие злые? Я тоже могу турбо буст включить и нафиг улететь. Пошли вы. Кстати, обвесик поставил, обвесик. И покрасил половину машины в зеленый салатовый цвет. Мне она так нравится. Оранжево-зеленым хорошо гармонирует. И ни хрена она в поворот не входит. Надо на ручничок нажимать. Можно посмотреть, что сзади происходит. О, едет по полосе. Ну, хоть у меня есть зеркало заднего вида, но все равно... Здравствуйте, приехали! Что ты жужжишь, Lexus? Ты как пчелка моя. Я тебя сейчас догоню. Я тебе вай-вай-вай будет. Я тебя догоню. Ребята, вы что такие это, вялые? Вы же что... Вы же челики-то крутые. Вы столько вот бабла, денег угрохали в этот тюнинг. А ваши тачки ни хрена не едут. Нет, конечно, если вы только внешку повешали. Опа! Не дал мне войти в поворот. Тогда да. Но надо же! И под капот заглядывать. Что-то я заболтался. Ладно, сколько... у нас три круга, это радует. Можем пока же на первом круге расслабиться чуть-чуть. Не напрягаться, болтать и просто вилять. Дрифтовать. Вот типа вот так вот хорошенечко. Потом вот так вот хорошенечко. И вот так вот хорошенечко. Опа. Можно углы собирать. Ничего страшного. Да, езжайте. Давай, давай, езжай, езжай, езжай. Все езжайте, я вас пропущу. А здесь я уже не буду пропускать. О, какой тут трафик-то, а? Опа. Вау. Racer X выбывает. Да ну нафиг. Что за перевертыш был? Я не был готов на такие кульбиты. Реально не был. Сейчас опять довыпендрюсь с этими разговорами, ребят. Как обычно, начинаешь разговаривать, куда-то мысли улетают. Что-то думаешь, не думаешь. За трассой не следишь. Не, ну, в принципе, можно, конечно, потихонечку так. Опа! Входить. Не, ладно, мы должны догнать их в любом случае. И не цеплять стенки. Ну что-то первый чел вообще охренел. Охренел. Посмотрите. Он оторвался зверски далеко. Блин, вот повороты, да. Повороты стали пока плоховастенькие у нее. Тут мы возьмем пошире. Опа. Тут пошире. Опа. Опа. Так, ну у нас еще немного шансов есть. Ёперный театр. Давай ты газу дави. Газ дави. Не стесняйся. Дави на тапок. Вот сейчас будет решающий последний круг. Будет зависеть. Опа. Через помойку. Челик выбыл. Вау, нифига себе. Я даже здесь подпрыгнул. Сразу берем поворот. Привет, чувак. Блин, ну реально нам ни хрена не поворачивает. Надо чуть-чуть. Чуть-чуть резину, наверное, поменять. Или подвеску. Потому что она нифига не поворачивает. Ну, резину и подвеску, скорее всего. Не скорее всего. Ну, в смысле, как бы это влияет на характеристики поворота руля в целом. Но в этой игре тут же не все как в настоящем мире, правильно? А как в виртуальном, придуманном мире. И явно здесь стопроцентные физики никакой нафиг нет.
Кстати, я играл... Как же игра называется? Офигенная. Вау! Я через какие-то... трущобы еду. Типа сокращение, что ли? Охрененное сокращение. По-моему, я... Слушайте, он отстает на меня на 400 метров. Тест, тест, драйв. Как-то она так называется, что ли? Офигенно. Там можно трансмиссию вверх. Вернее, не трансмиссию. В общем, подвеску. Можно делать колы. Можно делать полностью ватную. Вообще. Можно клиренс менять. Да там все можно. Все. Управление там жесткое. В том плане... Управляешь мышкой, двигаешь, потому что влево поворачиваешь рулем мышкой. Вправо тоже мышкой. Я, кстати, не знаю, где эта игра. Потому что было это давно. Но вообще очень много. Так, ладно, я тут один молодчик просто завелся. Спит и видит тебя обогнать. Барон, знаешь такого? Не поверишь, на этот тип твой пропуск в Камин Бич номер 10 в черном списке. Клево, да? Чего? Ты пока говорил, чел, я быстрее прочитал еще даже, как в фильмах переводят. Вот с таким вот интонацией. Так, ладно, погнали. Дуэль с соперником. Ну что, спринт и драг-рейсинг. Погнали, погнали. Решающий заезд у нас, ребят. Решающий заезд. Вау, вы посмотрите на это Porsche Cayman S. Офигенная тачка. И в реальности, и стоит дороже, чем эта Supra. Опа, вы посмотрите, какие выкрутасы творит. Ну я тоже так могу, смотри. Какие миллиметры, опа. Ты что, думаешь, крут? Посмотри у меня. О, офигенно, даже интеркулер видно. Он же холодильник. То есть, вот вы видели под сеткой на обвесе, на переднем бампере... Там такая штучка была квадратная, под ней, под этой сеткой. Это интеркулер. То есть туда воздух поступает холодный и... Вернее, горячий, он там остывает. И все. Опа! Попадает двигатель. Это на турбовых тачках. Только такой интеркулер. Кулек. Опа! Мне же страшно с ним ехать. Вы посмотрите на его имя. У него имя Барон. Это типа он правит трассы, да? Ну, не тут-то было, чел. Не тут-то было. Я тебя даже немного потроллил вот так вот. Вау, потроллил. Я думал, этот столбик снесу. Это дерево гребаное было. Текстурка хрен поймешь. Ну да ладно. 40% пройдено, я должен его догнать. Все, короче, молчу. Да тебя, чел, я тебя догнал. И ты даже не ожидал. Ну давай, езжай по травке, там как раз скорость меньше. У тебя самое то. Фак. 73% трасса пройдена. Ауч. Аккуратно. Никаких козликов. Никаких дыбов. Надо было брать шире круг. Шире круг. Станьте шире круг. Давай, турбинка, турбинка. Буст, буст. Так, у нас финишная прямая. Я не поеду через это гребаное сокращение, потому что знаю то, что я влеплюсь. А, фак. А, ну все, это финиш, ребят. Еху! Я даже сам себе похлопал. Нормально, нормально. Драг-рейсинг. Остался драг-рейсинг. Интересно, тут будет трафик или нет? Можно пропущу? Так, давайте, ждем, ждем. Оба, безупречно, оба, безупречно, оба, безупречно. Пошла четвертая скорость, оба. А, КамАЗ! Ты читак, КамАЗ! Там надо переходить на первую полосу.
Подожди. Надо переиграть было. Что ты сделал? Дуэль с соперником. Фак, а что надо заново? Ты что, прикололся, что ли? Ну, какой-то косяк. Какой-то косяк. То, что если заново? Это какая-то несправедливость. Ну ладно, я сейчас быстро прокачусь и увидимся уже на драге. Так, ребята, возвращаемся к нашему драгу. Не прошло и 3 минут. Поеду на 5-й. Ты прикололся, что ли, чел? Можно еще разочек? Можно еще разочек? Слишком рано, вы прикололись, да? Безупречно. Хорошо. Грузон. Иди в баню. Отлично. Шестая скорость. Ну, это максимум. Это максимум. Можно гашеточку, турбинку вперед. Отлично. Итоги гонки. Ура, ребята, мы прошли это. Не прошло и совсем чуть-чуть. Поздравляем. Выберите 2 жетона. У ворона. Хорошо, давайте пойдем на центр. Отлично, теперь у нас есть тачка. Офигенно. Офигенно. И, наверное, призовые жетоны. Давайте вот это крутанем. Ага. Попавшись, дай полиции взятку, и они забудут о тебе. Окей. Так. Ну, здорово. Следующий соперник номер 9. Юджин Джеймс, он же Эрл. Ну, ребята, вы были на канале Джонни Паппет. Не забудьте подписаться на канал, если вы еще не подписаны. Нажмите колокольчик обязательно. А также, ребят, оставьте комментарий и поставьте лайк. А мы увидимся уже с вами в следующем видосике на канале Джонни Паппет. Ух ты, это что, Ева? Это Mitsubishi Evo Evolution. Всем пока.